Радисканция сеткляция. Это ее цветение, но камера не передает всех цветов. Здесь какой-то сизо-зеленый, а на самом деле приглушенно фиолетовый цвет. Очень красивый, но никак камера не хочет передать. Радисканция совершенно неприхотливая. Может, так получится передать цвет. Взяла в руки другую камеру. Уж очень не хочется передать цвет этой сескриазии. Она таким красивым пятном выделяется на этой зеленой стенке из плюща. Сескриазия, как и все традисканции, совершенно-совершенно неприхотливая. И эти оба горшка, показанные в фильме, проводят всю зиму в погребе. Вот у этой я не обрезаю плети, когда выношу из погреба. И она более пушистая. Ну, а та вторая, на ней видны капельки дождя, который прошел ночью. Так вот, эта вторая, конечно, сильно пострадала во время утреннего весеннего заморозка. Что нужно сеткриазии? Полив, и, конечно, по желанию удобряйте. У меня эта сеткриазия, как и та первая, находится в горшках уже лет по 5, по 6. И грунт не меняла, а она все красавица, развивается, цветет, радует. Попадется такое растение, приобретайте. Растение очень интересное, красивое, яркое. И ко мне оно попало 24 года назад. Сынулечка, когда был маленький, принес мне маленький черенок, который выбросили из окна 9-этажного дома. И вот она радует меня все эти года. Видимо, благодарит за то, что не оставила я ее, а приютила у себя, и радуюсь ее развитию. Видеоблогер Екатерина Снытко. Вот такая вот красота у меня. Традисканция сеткриазия. Традисканция пурпурная, красивая.